Я так поняла, что сегодня мы говорим о болезнях эндокринной системы. Да, да, совершенно верно. Да, очень актуальная тема, очень животрепещущая тема. Эндокринная система – одна из контактных систем, которая связывает нас с внешней средой. И так же, как иммунная система, как антиоксидантная система и так далее. И, к большому сожалению, патологии эндокринной системы имеют тенденцию к возрастанию. И, в общем-то, эта тенденция имеет причину, и причину эту я вижу в системных нарушениях питания. Не в том смысле, что мы его злонамеренно нарушаем, наше питание, а просто сейчас человечество поставлено в условия, когда полноценно, рационально сбалансированная питаться практически не представляется возможным. Такую пищу предлагает промышленное питание, и никуда от этого не деться. Поэтому болезни эндокринной системы молодеют. И если еще 2-3 года тому назад я говорила, что патологии щитовидной железы, ожирение, патология поджелудочной железы помолодела там с 30 до 15 лет, то теперь очень часто мне приходится видеть эту патологию уже в возрасте 6-7 лет. А есть случаи и врожденной патологии эндокринной системы, которые тоже участились. Есть ли выход из этой ситуации? Всегда я задумывалась над этим вопросом и всегда искала этот выход. И, конечно же, если известна причина, то всегда находится и выход. Если рассматривать, что экология, питание, способ жизни все-таки составляют основу здоровья, и питание 50% составляет причину повреждения здоровья, то надо и в питании искать выход. Кроме продуктов компании ACE, сейчас в принципе на рынке функционального питания и органического питания есть еще и другие представители, но вне конкуренции, конечно же, находится в компании ACE со своим продуктом, основанным на технологии суспендированных гелей. Сама технология суспендированного геля, сам гель, уже является хорошей очисткой нашего матрикса, соединительной ткани. И то, что ученые компании ACE еще добавляют в гель, конечно же, усиливает многократно пользу этого продукта, этого питания. Фактически сейчас без такого продукта невозможно сбалансировать и сделать питание рационально. Элита Борисовна, я не смею вас отвлекать больше. Спасибо большое вот за то, что уделили нам время. Я жду вас в гости, с удовольствием пообщаемся и вот, возможно, следующую какую-то тему дадим совместную. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Надеюсь, что вы слышали Кудину Элиту Борисовну. Этот человек очень уважаемый. Вот такая получилась маленькая, но зато, я уверена, интересная связь. Вот, и хочу вам сказать, если вы слышали, кстати, о чем она говорит, поставьте плюсики, если вам было слышно, потому что немножко, да, вот для меня был как бы звук тиховат, но отлично, хорошо. Продолжим, просто подытожим, да, то, что было сказано в видеоролике, то, что сказала вот Элита Борисовна, подведем итог. Основная причина проблем – это действительно вот нарушение питания, и вот в результате, как шлейф, да, вот тянется вот вся эта симптоматика. Вот обратите внимание на этот слайд. Это то, о чем вы должны задуматься. Я даже прочту, потому что вы должны услышать, какие симптомы могут уже свидетельствовать о гормональных сбоях. Итак, в первую очередь, некоторые, кстати, симптомы вообще, они вообще даже непонятно, что это сбой гормональный. Да? Вот, например, как заболевание суставов, частое мигрени, расстройство пищеварения. Представляете, как может выглядеть симптоматика именно гормональных сбоев? У женщин нужно обратить внимание на регулярность и болезненность месячных,
развитие молочных желез, наличие кровотечений именно в середине цикла, проблем с беременностью и родами. К врачу следует, конечно, обращаться сразу при выраженных каких-то симптомах вот, предменструального синдрома, постоянной усталости, депрессии. И если вы просыпаетесь 4-5 утра, вот, это тоже может быть нарушение гормонального фона. Ну, если при этом чувствуете себя еще плохо. Вот, и так далее. И вот медленно заживают ранки, какие-то фурункулы, колебания веса, слабость, вялость, быстрая утомляемость, потом еще бывает сухость кожи, какие-то болезненные ощущения в области щитовидной железы, то есть потливость повышенная, нарушение поднятия температуры, вот нарушение сна, настроения. Все это может быть действительно проблемой уже, ну, как бы первым колокольчиком проблеме именно гормонального сбоя. Что еще я хочу вам показать? Обратите внимание еще на такие вот патологии, как всевозможные высыпания, перхоть. Еще есть всевозможные, да, вот женщины даже не думают, что вот багровые такие растяжки на коже живота, молочных желез, бедер, это тоже может быть симптомом именно гормонального сбоя, это нарушение гипоталамо-гипофизарной именно системы и надпочечников. Также еще, если при этом есть, если еще при этом есть повышение, да, вот, скажем так, вот лишний вес видно, шея, лицо, спина, живот, вот, снижение иммунитета, то есть ожирение, если есть в области этих участков тела, то это тоже свидетельствует о гормональном сбое. Потом есть гормональный сбой, например, симптомы акромегалии, когда широкий нос, большие конечности, крупные и так далее. Я не буду подробно очень описывать каждое, просто вы должны понимать, что вот именно вот эти сбои, они требуют уже внимания, потому что это первые колокольчики уже, да, вот первый звоночек уже, заболевание может быть, или уже заболевание может быть даже ярко выраженным. Вот знайте, что нужно обращаться к врачам, нужно действительно искать выход из положения при помощи специалиста. Я хочу вам просто сейчас немножечко, да, вот вернуться к той теме, с которой начинала Кудина Элита Борисовна. Также видеоролик вам четко показал. Очень часто это все происходит, вот практически, можно даже сказать, 80% сбоя гормонального за счет того, что некачественное питание. И вот вы понимаете прекрасно, где человек пытается найти витамины. То, о чем говорил человек во время лекции, да, вот этого короткого видеоролика. То, что термически обработанная еда, то есть вы дали там какой-то градус, для, там пожарили, сварили, организм наш воспринимает это уже как токсины. Вспомните, пожалуйста, свое самочувствие. Вот когда вы покушали плотно, если клонит вас ко сну, значит, вы энергии не получили из этой еды. Значит, вы получили наоборот отсос энергии. Значит, еда, ваш организм, вот перерабатывая эту еду, забрал у вас часть жизненных сил. И таким образом человеку хочется спать. Когда вы можете даже сами без каких-либо диагностик отследить, действительно хорошую ли вы еду съели. Если прибавилась энергия, значит действительно хорошую. И вы можете действительно вот оценить, да, то, что мы едим. Вот многие говорят, сейчас сезон ягод и фруктов. И я смотрю, как вот эти хозяйки коптят просто на кухнях банки, крышки, это все, варят варенье. Я говорю, зачем? Ну вот надо, чтобы зимой была какая-то витаминка. Я только до кипения, и все. И там, я говорю, ты уверена, что там все сохранится? Ну, конечно же, это же свое домашнее. Представляете, как серьезно человек заблуждается, ища вот в этих вещах какую-то подмогу для здоровья, для иммунитета. На самом деле самое ценное все – это в свежем. В свежем причем, и если сок фреш, то он тоже 15 минут всего полезен. Потом он успевает окисляться уже, и, к сожалению, происходит нейтрализация. И вот многие врачи, они просто недопонимают вот этот момент, насколько важно качественное питание.
Хотя вы знаете, вот если есть врачи, вспоминайте, да, уважаемые коллеги, медики, начинается всегда курс лечения с стол, да, стол номер один, стол номер пять, номер 15 и так далее, соответственно, к заболеванию. То есть, в принципе, медицина говорит о том, что еда может уже убрать симптоматику, может уже убрать какую-то причину заболевания. Но на это мало кто обращает внимание. И вот у меня, например, был самый главный вопрос. Почему же при таком изобилии пищи, которая сейчас у нас представлена, то есть уже, казалось бы, на любой вкус, цвет и спрос уже, пожалуйста, авиапоставки и рыбы с Аляски в любую точку мира, и морепродукты с Индонезии и так далее. Почему же при таком изобилии пищи, казалось бы, да, разнообразии, все больше и больше людей, которые имеют вот такой вот конкретный сбой, и сбой конкретно вот в обмене веществ. Я вам скажу, что здесь много причин, и мы часто эту тему поднимали, я не буду сейчас об этом говорить много. Вкратце, вы сами прекрасно понимаете, еды много, калорий много, ценностей мало, потому что овощи, фрукты, которые выращиваются уже на продажу, они имеют просто красивый цвет, размер, вкус и запах, но практически нулевой по пользе, потому что при помощи тех же генетически, да, измененных форм и растений уже на одном стебельке не 5 помидорчиков произрастает, а уже и 15, и даже есть несколько тысяч, я вот видела, такие прям помидорные деревья, где с одного стебля идет просто примерно 4 на 4 такая крона целая. Представляете, что производу? Вспомните, пожалуйста, сколько воды в день, именно чистой воды, вы выпиваете. Когда я консультирую людей, а это может быть в день и 30, и 40 человек, когда как, когда поспокойнее, может быть просто 10 человек, всех практически спрашиваю, вы пьете воду? Сколько вы пьете воды? Да-да, я воду пью, конечно, и начинают мне перечислять, как минимум 3 кружки чая, потом я еще пью стакан молока, потом у меня еще есть, я ем суп и компот, вот обязательно компот. Я говорю, друзья мои, я же не спросила, какую жидкость вы пьете. Я спрашиваю, вы пьете воду? Что такое вода? Это нейтральная среда для того, чтобы что-то растворить и донести, и чтобы что-то растворить и вынести. Вода имеет очень много функций. Одна из функций – это она способствует передаче электрических импульсов. Когда клеточки увлажненные, вот смотрите, как работает нервная система, например, у малыша. Она очень быстро регенерируется, она очень быстро функционирует. Мозг ребенка развивается просто такой скоростью, что взрослому человеку ничего подобного и не снилось. Почему? Потому что очень большое количество влаги, очень большой процент влаги. Идет легко передача импульсов. Что происходит у людей с возрастом? За счет того, что они теряют естественную влагу в клеточках, у них ухудшается передача импульсов. А что такое нервная система? Что такое импульсы? Это наше внутри электричество, это проводка. Это, представьте, это датчик, который покажет четко, в каком органе, в какой системе есть проблема. Поэтому вода нужна во всех отношениях, как и для омоложения организма, точно так же и для восстановления обмена веществ. Поэтому пьем воду 30 мл на 1 кг веса, и это не кипяченая должна быть вода. Лучше всего это структурированная, талая вода, насыщенная макро-микроэлементами, вот. И еще при этом, конечно же, должно быть качественное питание. И вот представляете, что произошло 3,5 года назад, когда у меня очень болели дети. Именно Кудина Элита Борисовна порекомендовала мне продукцию компании Agile Enterprises. Именно Кудина Элита Борисовна была
тем человеком, которого я буду благодарить всю свою жизнь, потому что благодаря тем знаниям, которые у меня появились после знакомства с компанией Agile Enterprises, невероятное количество людей стали здоровы. Мы спасаем людей, вот, поднимаем их с операционных столов, вот, мы восстанавливаем семьи, потому что люди, которые начинают пользоваться данной продукцией, у них восстанавливается возможность иметь здоровых детей. У нас есть случаи, когда даже вот женщина 15 лет, она была бесплодной, официально, полностью. Были спайки на трубах, был нарушен менструальный цикл. И после 15 лет бесплодия, она, попользовавшись продукцией Agile, там непосредственно Yumi и Flex, она получила здорового, полноценного ребенка. Я, например, могу вам сказать, что у меня вот пятый ребенок, это уже ребеночек Agile, я так ее иногда называю. Это ребенок здоровый, потому что до беременности я пользовалась продукцией и имела восстановленное здоровье. Во время беременности я пользовалась продукцией компании и имела качественное питание круглосуточно, можно сказать, даже в любой момент, не надо ради этого даже бежать в магазин. У меня все было дома, в моей сумочке. Вот, в дороге очень неудобно было, легко. Когда вот мы летали в Италию, гуляли по Венеции, Флоренции, Рим, Ватикан, Римини, общались с нашими друзьями, партнерами, вот встречались и с Ольгой Романовой, Марией Могой, они здесь присутствуют на этой конференции. Они видели, что я из сумочки достаю пакетик, и вот то витаминки, то антиоксиданты. Почему я это делала? Потому что я понимала, во мне внутри живет и формируется человечек, который должен получить правильную закладку органов и систем, который должен получить все то, что может дать самая настоящая любящая мамочка. Это здоровье ребенка, потому что все остальное, и умения, знания, навыки, красивые бантики, рюшечки, все это приложится, и это приносит радость только тогда, когда ребенок здоров, согласитесь. Вот, поэтому компания Agile Enterprises – это очень интересный, очень важный производитель уникальной продукции, продукции, которой нет аналогов, продукции, которая имеет высочайшее качество, и очень это все привлекательно, симпатично, очень вкусно, очень просто применить, вы видите, какие вот интересные пакетики. И данные пакетики, вот это не просто, да, там, комплексы, которые я вам сейчас там расскажу, да, у каждого продукта есть своя направленность. Так как они работают на клеточном уровне со всем организмом, то, конечно, происходит именно комплексное воздействие данного продукта. И вот самое интересное, что продукт очень вкусный, и люди, которые не знают состав, они, вот там, наверное, какие-то улучшители вкуса. Друзья мои, каждый продукт содержит натуральные ингредиенты, поэтому вкус у каждого пакетика, вот у того, что внутри, натуральный. Это современная еда для современных людей. Конечно, не исключается каши, рыба, там, белок, в частности, злаковые. Не исключается кисломолочный продукт. Наоборот, это приветствуется в правильной пропорции. Но при этом вот просто формат такой концентрированной экологически чистой еды у вас в руках может оказаться очень легко и очень просто. И вот сегодня я хочу, чтобы вы обратили внимание вот именно на усвоение, потому что люди, которые заботятся о своем здоровье, они уже принимают вот подобного формата добавочки в виде таблеток или капсул, или каких-то соков. Так вот, в чем вообще необычность компании, в чем ее научный прорыв? В том, что она подготовила уже овощи, фрукты, зелень или там, ну, другие ингредиенты, вы попозже услышите, подготовила нам с вами именно таким образом, чтобы оно все усвоилось через подъязычную вену сублингвально. И таким образом все пойдет в кровь сразу же, моментально. И чтобы вы понимали, вот за 5 минут кровь, например, вся абсолютно до единой кровь пройдет, например, через почки.
За 5 минут, представляете? Микроциркуляция в организме происходит очень быстро. Например, от сердечка в головной мозг и обратно кровь идет 8 секунд. От сердца в легкие обратно 6 секунд. Кончики пальцев, рук, ног там 16-18 секунд. Представляете, туда и обратно вот так вот быстро все происходит. Поэтому, когда в кровь попадает что-то ценное, то это очень быстро попадает в каждый орган. И когда в кровь попадает что-то нехорошее, оно точно так же быстро попадает в каждый орган. Поэтому давайте будем следить за тем, что мы ложим себе в рот, потому что в результате пищеварения это все попадает к нам в кровь. Договорились? Итак, посмотрите внимательно, какие все-таки преимущества продукции компании Agile. Это 100% усвоение, в отличие от таблеток и капсул. И все-таки таблетки и капсулы – это сено. Это высушенные уже растения, которые прошли термическую обработку. Помните в начале видеоролика? Все, что прошло термическую обработку, организм еще старается это все оживить и там что-то взять из этого полезное. Поэтому данные комплексы намного безопаснее. Посмотрите по составу, это Роспотребнадзор конкретно дал вот эти факты. То есть в данных гелях в 100 раз меньше вот всевозможных примесей, чем в таблетках и капсулах. Так представляете, если с таблетками и капсулами многие люди уже чувствовали себя лучше, так что говорить о гелях? Итак, безопасность данного продукта позволяет действительно его принимать и беременным женщинам, и кормящим, и маленьким деткам. Некоторые страны могут увидеть на коробках такой момент, ну, такую рекомендацию, что беременным и там кормящим, или пишут, что не рекомендуется, или после консультации врача. Сразу вам хочу объяснить, почему. По сертификации вот некоторые из данных продуктов, продукция компании Agile, в частности, там, например, омега, да, рыбий жир, уже занесена в реестр медицинских препаратов. То есть уже доказано, что после применения рыбьего жира нормализуется уровень холестерина, восстанавливается работа печени, ну и там целый ряд полезных, скажем так, полезных воздействий. И таким образом компания должна провести клинические испытания. Но сейчас уже в современном мире клинические испытания даже на животных не проводят, что говорить о беременных, о кормящих или о маленьких детях. И я вам хочу сказать, что компании проще вот просто наклеить вот эту наклеечку, чтобы к ней не было никаких там претензий. Что происходит вообще в реальном мире? Омега-3 – это, например, очень важный ингредиент, который находится в глубоководной морской рыбе. Кто сказал, вот, например, я задам вопрос, если вы согласны, поставьте плюсики, полезна ли беременным, кормящим и деткам морская рыба? Если вы с этим согласны, поставьте плюсики. То есть омега-3, который находится, например, в продукции компании Agile, это производные из этой рыбки. И знаете, например, мне не нужны сертификаты. Я уже четко вижу, что происходит с беременными, что происходит с мамочками, с маленькими детками, которые, например, начинают пользоваться, ну, хотя бы омегой. И четко отмечают многие педиатры, многие врачи, что действительно гинекологи отмечают это, что беременность проходит намного лучше, когда женщина пользуется именно этими витаминными комплексами, которые представлены в компании Agile Enterprises. Вот, вижу, что есть достаточное количество людей, которые соглашаются. Спасибо большое вам за активность. Что я хочу вам сказать? Данный продукт имеет очень большое количество преимуществ. И я не буду об этом очень подробно. Вы можете посмотреть сертификаты сами. Я просто хочу рассказать, почему вот продукция компании Agile очень хорошо показано при всевозможных гормональных сбоях. Обязательно должны быть антиоксиданты. Обязательно должны быть вещи, вот антиоксиданты, вы видите, да, облепиха, гранат, виноград, клюква, черника,
Алоэ вера, ягоды асаи. Причем это не порошок в пакетике, разведенный там водичкой. Это живое, живая субстанция, которая является живой целых 2 года. Это как сгущенный сок фреш. Почему он остается живым? Технология такова. Кстати, в 2 словах о технологии. Этот завод, который производит сейчас продукцию компании Agile Enterprises, он производил питание для космонавтов. Помните, да, вот космонавты улетают, и в космосе находится там 2-3 года, кто год. И они вот все это время должны питаться чем-то живым, натуральным и очень полезным. И они вот питались с этого именно завода более 20 лет, даже там около 25 лет. Поэтому все это уже давным-давно апробировано, давным-давно уже доказано, что это очень полезно. Единственное, что, конечно, люди, которые хотят убедиться, вы можете вот всячески проверить продукт. Анита Цой, например, проверила, дала там 180 тысяч евро, насколько я слышала. У нас, например, каждый человек, кто хотел убедиться, каждый врач, кто был действительно скептично настроен, проверил это на, ну, своим доступным способом. Я, например, я провела очень большое количество именно исследований, связанных с кровью. Я смотрела, как кровь реагирует. И после буквально нескольких ярких случаев, когда там мы парня восстановили с гангреной, после того, как маленького мальчика восстановили при очень серьезном инфекционном заболевании, мы увидели, что данный продукт имеет не то чтобы профилактическую и оздоровительную миссию, а еще и даже терапевтический эффект, хотя, опять же, не является лекарством. И хочу вам порекомендовать, не занимайтесь самолечением. Всегда, конечно, обращайтесь к специалистам, а вот этот продукт, он просто добавит вам скорости восстановления. Итак, экзо. Экзо очень хорошо работает при любом гормональном сбое. Вы помните, прекрасно было сказано, что качество желудочно-кишечного тракта очень зависит от качества, ну, то есть все взаимосвязано, гормоны и желудочно-кишечный тракт. Так вот, экзо и восстанавливает работу ферментов, и восстанавливает очень хорошо правильный баланс микрофлоре, в частности. Экзо – это антиоксиданты, очень нужны при любом гормональном сбое, любом. Уми – это то, с чего начинает каждый человек. Это то, с чего я начинаю при рекомендациях, вот, в частности, когда бесплодие, или малоподвижность сперматозоидов, или идет гормональный сбой в виде нарушения вот, внешний вид кожи, ну и так далее. Я просто не имею столько времени, чтобы все вам рассказать подробно, но хочу вам сказать, вот уми – это здоровые стволовые клетки. Именно стволовые клетки отвечают за омоложение и правильную работу каждого органа, каждой системы, а еще при этом здоровая иммунная система организовывается благодаря уми. И сам по себе вот этот полисахарид фукаидан, который находится внутри, бурая морская водоросль, ее вот экстракт, это тоже очень является полезной едой, начиная, ну, знаете, вот как говорят, от всего. Вот еще есть витамины, минералы, которые показаны при гормональных нарушениях, потому что часто именно обмен веществ приводит человека к нарушению именно гормонального уровня. Мин – это здоровый обмен веществ, это строительный материал для организма, и поэтому гормоны вырабатываются уже правильно. И почему именно мин? Там и витамины, и минералы. И вот при наличии и витаминов, и минералов как раз происходит сбалансированных 5000 функций в вашем организме. Вот этот маленький пакетик, он организует вам 5000 функций. У меня есть одна интересная знакомая, она врач, она возглавляет лабораторию в Центральной районной больнице. И вот у нее образование, она еще биохимик при этом. И когда она увидела состав мина, она решила, что она его будет пить всю оставшуюся жизнь. Вы знаете, прошел год, как я ее увидела, она пила, оказывается, мин, вот этот пакетик, даже на двоих с мужем.
невысокая зарплата, к сожалению, у врачей в Украине. И вот знаете, что произошло? Через год она была моложе, выглядела лет на 5, минус 9 килограмм. Она говорит, что у нее вся восстановилась, полностью восстановилась биохимия. Почему? Потому что каждый день в организме был строительный материал для того, чтобы срегенерировать органы. Итак, ОМ, энергетик. Помните причины гормональных сбоев? Стрессы, нервные срывы. ОМ – это то, что восстанавливает нервную систему. Это адаптоген. При здоровой нервной системе или даже восстановленной нервной системе гормоны тоже приходят в норму. Итак, ХАРТ. ХАРТ – это очень интересный комплекс, восстанавливает сердце, восстанавливает сосуды, а также тут есть таурин. Таурин сам по себе прошел клинические испытания, и он показан и беременным женщинам, он показан и людям в возрасте. Таурин, конечно, это очень интересный ингредиент, который в принципе нужен человеку ежедневно, но мы его с едой очень мало получаем. И в целом, если посмотреть на состав ХАРТа, вы увидите и селен, и фолиевую кислоту, и устричный гриб, поликосанол, и вот коэнзим Q10, если вы знакомы немножко с фармацевтикой или обращали внимание, все геронтологи, люди, которые борются вот с старением и за молодость, они уделяют коэнзиму очень большое внимание. Так вот, что делает ХАРТ? Гормональный сбой, да, вот в виде малоподвижности сперматозоидов или вообще их маленькое количество. ХАРТ отлично восстанавливает, андрологи просто в восторге, те, кто видели. Вот вы знаете, вы можете спокойно с любым репродуктологом пообщаться и провести вот такой эксперимент. Месяц приема ХАРТа колоссально восстановит качество сперматозоидов. Хотя, опять же, компания разрабатывала этот комплекс на восстановление уровня холестерина, сосудов. Но все в организме взаимосвязано, и ХАРТ, особенно вместе с УМИ, способствует именно проращиванию новых капиллярчиков в тех участках тела, где они уже по каким-либо причинам некротизировались, умерли. ГРИН – восстановление желудочно-кишечного тракта. Помните видеоролик? Вот там было четко показано, да, как в желудочно-кишечном тракте, особенно кишечник, могут синтезироваться практически все гормоны. И вот поэтому здоровый желудочно-кишечный тракт опять же восстанавливает гормональный фон. У меня есть люди, кто вот после ГРИНа опять же наступала естественная беременность. Или перестали, они вот поели ГРИН, и там еще один комплекс ФИТ, о котором я вам расскажу сейчас. Люди занимались программой похудения, в результате наступила желаемая естественная беременность, и человек перестал, да, вот быть как надувной шарик. То поправился, то похудел, занимается спортом, похудел, перестал заниматься спортом, поправился. И вот кто вот сталкивался с этой проблемой? Кто понимает, насколько сложно сейчас бороться с весом, потому что еды качественной практически нет? У людей на фоне переедания иногда бывают обморочные состояния за счет того, что нет витаминов уже в той еде, нет макро- и микроэлементов. Так вот, что делает ФИТ? Он восстанавливает обмен веществ, запуская, например, выработку серотонина, да, гормона счастья. ФИТ способствует подавлению аппетита. ФИТ способствует расщеплению жировой ткани и преобразует ее в энергию, поэтому ФИТ – это хороший энергетик. ФИТ запускает очищение лимфы, лимфодренаж. ФИТ разбухает в кишечнике, если вы водичкой запьете вот этот пакетик, ну, содержимое пакетика, то в результате вы не будете хотеть кушать уже. И при этом будет происходить восстановление углеводного обмена и углеводно-жирового даже обмена веществ. И я, кстати, как диагност, я наблюдала, что после ФИТа тоже уходил холестерин очень хорошо. Вот. Флекс.
Восстановление Flex делает именно акцент на соединительную ткань. Хондроитин, глюкозамин, целодрин и природная сера, которая есть вот внутри, восстанавливает все. Связки, хрящи, суставы. Но знаете ли вы, что каждый орган прикреплен соединительной тканью именно к нашему телу, там, внутри. И, например, бывает опущение органов. После применения флекса связки приходят в норму, и орган опять функционирует лучше намного. Флекс очень хорошо убирает спайки, послеинфекционные спайки, именно на трубах у женщин, да, вот труба, которая идет к яичнику. И когда есть там спаечка, то, к сожалению, яйцеклетка не может протиснуться, вот выйти в матку. Когда после флекса спаечки рассасываются, яйцеклетка качественно уже может пройти и оплодотвориться, и опять же наступает желаемая беременность. Например, еще соединительная ткань, это даже, ну, это каждый орган, даже кристаллик глаза, даже клапан сердца. То есть, когда происходит восстановление именно на клеточном уровне, нормализация всего организма, в результате и эндокринная система тоже улучшается. Поэтому будьте внимательны, те, кто не планирует детей и начинает оздоравливать себя при помощи данной продукции, будьте более осторожны. Те, кто планирует, начинайте пользоваться продукцией, и со временем вы увидите, насколько это легко, насколько это просто получить здоровье и еще при этом восстановиться. Кстати, вот такой вот продукт, как Glow, многие посмотрят, но это же продукт для кожи, да, причем здесь гормоны, причем здесь, например, ну, Glow очень хорошо восстанавливает детородную функцию. Причем здесь Glow? Так вот, я вам скажу, что Glow очень хорошо восстанавливает микроциркуляцию органов малого таза. В Glow очень много антиоксидантов. Опять же, антиоксиданты нужны для восстановления гормонального фона. Glow имеет невероятное количество витамина Е, очень хорошо нормализирует цикл и улучшает качественную выработку спермы вот именно в яичке у мужчин. Поэтому, вы знаете, после того, как люди некоторые вот попили Glow, там есть приятный такой дополнительный эффект, уходят морщинки. Правда, правда, серьезно, выравнивается и цвет лица. Но здоровая кожа – это, опять же, признак здорового гормонального фона. И вот то, что есть более подробно, вы посмотрите, вы можете обратиться к тем людям, кто вас пригласил, посмотрите официально на сайте компании Agile, посмотрите, много есть уже информации в интернете. Я просто хочу обратить ваше внимание, что данная продукция, она экологически чистая, сбалансированная, это здоровая еда, которая будет действовать на человека вот по принципу санатория, оздоровления. Ведь на самом деле, да, вот многие говорят, это как оно может помочь? Как оно может помочь, если даже лекарство не помогает? Задумайтесь на минутку, что такое лекарство? Это искусственная подделка натурального, да, вот каждое лекарство это просто синтетически лабораторным путем было выведено вещество, которое просто идентично натуральному. И я вам скажу, друзья мои, что как кислород, знаете, как кислород, насколько качественно восстанавливает человека? Спросите любого реаниматолога, как кислород может спасти жизнь. Вот точно так же данный продукт, он способствует проникновению кислорода в самые-самые дистальные отделы. Любой из этих продуктов структурирует ликвор в нашем организме, любой, совершенно, потому что он сам по себе структурированный, вот этот продукт. Как по принципу, да, вот одна капелька святой воды автоматически структурирует литр, вот точно так же вот этих 20 грамм в пакетике, попадая в наш организм, приводит в норму весь организм. Поэтому люди, которые начинают пользоваться данной продукцией, они забывают о стационарах, о лечебницах, поликлиниках, медикаментах и аптеках. Кстати, если есть такие люди, кто уже у
увидел подобный эффект, вы можете поставить плюсики в чате. Я, например, могу уже поставить уже сотню плюсов, потому что даже тысячи, огромное количество людей консультировались, и я очень рада тому, что вот наши родители, пенсионеры чувствуют себя просто великолепно. И немного для этого надо было усилий. Вот есть люди, кто уже успели прочувствовать качество продукта. Спасибо большое. Итак, омега-3. Чем все-таки вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, чем они полезны? Дело в том, что они в организме не синтезируются. Они очень просто необходимы для качественной работы сердца, головного мозга, желудочно-кишечного тракта. 50% работы головного мозга зависит от наличия в вашем организме полиненасыщенных жирных кислот. И вот омега-3 – это просто невероятный ингредиент для восстановления иннервации и правильной, качественной, именно восстановительной работы в вашем организме. И я вот нашла в Фейсбуке такой вот интересный слайд. Вы увидите, пожалуйста, вот многие люди говорят, я там попью в капсулах, я там попью в такой-то компании или в аптеке возьму капсулы. Посмотрите, что есть в Agile. За счет того, что это гель, в капсуле там 10 грамм, 6 грамм вот конкретно из этого пакетика, это омега-3, которая усвоится в организм, кровь полностью. Так вот, чтобы эти 6 грамм и попали вам из капсулы любой другой компании, нужно съесть примерно там 10-20 капсул. Представляете, иногда и 30 капсул нужно съесть, чтобы получить. Плюс, вспомните, вот я сейчас вам образно покажу, почему эйджеловская омега намного лучше. Вспомните, пожалуйста, имеет ли неприятный запах рыбий жир, настоящий рыбий жир, который вот есть в бутылочке. Запомнили, да, вот этот вопрос? Зафиксировали у себя. А теперь вспомните, пожалуйста, имеет ли неприятный запах свежая рыба. А теперь вспомните, какой имеет запах несвежая рыба и привкус. Так вот, эйджеловский гель, он практически не имеет запаха, потому что он был сделан в бескислородной среде, и при помощи вот именно технологии суспензирования этот гель остался в бескислородной среде. В этом пакетике герметично упакована эта омега, в отличие от капсул и жидкой формы. И я вам скажу, что профессор Дадали, он четко об этом, извините, он академик, академик Дадали Владимир Абдулаевич, он четко говорит об этом в своей лекции, что если рыбий жир имеет уже неприятный запах и вкус, то, извините, это даже может быть опасно, это может быть даже канцерогенно. Поэтому данная таблица, она просто показывает, там, что равных Agile просто нет. Она намного выгодней, я вам скажу даже, намного выгоднее, чем покупать красную рыбу. Я это просчитала, я это оценила, особенно как мама 5 детей. У меня все 5 детей едят омегу, именно Agile-овскую. Хотя раньше у нас были регулярные закупки, и мы искали качественный привоз, рыбку брали с Аляски, там, и красную икру старались дать деткам. Сейчас я вижу совершенно другое состояние здоровья. Что мы при этом сделали? Мы просто изменили стиль питания. Мы добавили в рацион вот аминокислоты, например, из протеина. Насколько важны вообще аминокислоты при гормональном сбое? Именно за счет того, что сейчас люди в поисках белка вынуждены покупать куры, рыбу, выращенные на гормонах. Именно из-за этого иногда у девочек уже в 6 лет даже бывают месячные. Именно из-за этого мужчины становятся женоподобными. Сейчас есть целые исследования,
Вы можете даже в Гугле задать гормональный сбой у мужчин, и вы выйдете вот на эту статью. Я когда ее сегодня прочла, я была просто в ужасе. Вот именно за счет гормональных нарушений меньше рождается мальчиков. Именно из-за гормональных нарушений, из-за вот этой некачественной еды все больше и больше мужчин становятся импотентами. Посмотрите, что происходит вокруг. Сначала нас кормят некачественной, да, гормональным мясом, а потом продают Виагру. И Виагра просто практически бьет все рекорды по потребляемости, и все больше и больше. Кстати, у тех людей, кто начинает пользоваться продукцией Angel, восстанавливается сексуальная жизнь, и это опять же влияет на хороший гормон, на уровень хороших и правильных гормонов. Я хотела еще сказать, что очень часто люди, которые пользуются косметикой, даже не представляют, как важно, чтобы она была натуральной. Вот все, что попадает нам на кожу, это все имеет отблеск и внутри организма. То есть что делает кожа? Она питается всем тем, что вы нанесете. Кожа – это самый большой орган. В коже примерно 1/3 находится всей крови, которая есть у нас с вами. То есть представьте, 1/3 крови находится в коже, в капиллярах. И то, что вы нанесете крем, если там есть нефть, очень многие крема предлагают содержимым продукты нефти, парабены, сульфаты, то все это очень сильно повредит и организм изнутри. Кстати, уже есть официальные исследования, что в результате некачественных дешевых помад, вот женщина, да, наносит ее на губы, съедает эту помаду, и формируется очень часто бесплодие. То есть ежедневно женщина, нанося помаду, съедая ее, формирует себе собственное бесплодие, если дешевая и некачественная косметика. Так вот, у Angel косметика без продуктов нефти, без сульфатов, без парабенов. Можно пользоваться от мала до велика и мужчинам, и женщинам. Она нейтральная. Это тоже гель, основан на экзо, на антиоксидантах. И хочу вам сказать, что я очень рада тому, что знакома с данной продукцией. Лично у меня даже восстановился гормональный фон. Я была очень счастлива изменением, потому что я была обладательницей проблемной кожи. Причем впервые за лет 10, наверное, последних, вот последний год уже полтора, я практически не пользуюсь никакими пудрами, тональными кремами. И имею хорошую, красивую, здоровую кожу. У меня ушли морщинки вокруг глаз, у меня ушли морщины на лице. И несмотря на то, что мне 35, моя кожа выглядит даже лучше, чем в 30. Вот. Еще что хочу сказать вам. Многие люди боятся пить при разбалансировке щитовидки, да, при именно гормональных нарушениях. Есть разные гормональные нарушения. Есть, когда йод не усваивается в организме, и люди боятся принимать УМИ, а оно там именно показано. Так вот, хочу обратить внимание, что в УМИ идет йод такой, который не спровоцирует гипернакопление его в организме. То есть щитовидка не будет по этому поводу нервничать. Данная продукция имеет натуральное происхождение. И знаете, вот наш организм, он как губка, он впитает столько из натурального, сколько ему нужно. Вот представьте, вот у вас есть губка и есть вода, да, вы положили губку в воду, она впитает столько, сколько нужно, все остальное просто останется вокруг этой губки. В нашем с вами случае человек вот все, что ему не достает, получит из данной продукции, если есть что-то лишнее, оно просто уйдет транзитом. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Если же я ответила на многие ваши вопросы в начале, то я была очень рада быть вам полезной. Я думаю, что многие для себя услышали ценные вещи. И, например, проблема бесплодия, она сейчас очень актуальна. У нас есть люди, которые побывали не в одной клинике у репродуктологов. Это стоит очень дорого, и шансы невысокие. При этом, к сожалению, искусственно
сделанный ребенок, он отличается от натурально сделанного. Сами прекрасно это понимаете. Созданного, боже, пускай лучше будут правильные слова, то говорю на весь мир и так немножко грубо выразилась. Вот. Какие у вас есть вопросы? Что нужно применять при повышенном тестостероне у женщин? Обязательно экзоантиоксиданты должны быть. Обязательно ГЛО пропейте и УМИ. Это основное. Экзо, ГЛО, УМИ. Какие еще есть вопросы? Если есть. Вообще, конечно, старайтесь вникать, изучать. Я, например, когда мне рассказывали о данной продукции, я вот был у меня такой здоровый скептицизм, я не совсем верила вот тем отзывам, которые я видела, и решила разобраться лично, посмотрела более подробно составы, пообщалась с теми людьми, кто принимал данную продукцию, и могу вам сказать, что очень счастлива от того, что сейчас знаю о ней. Больше вопросов не вижу. Ну, хорошо, в принципе, значит, я подробно вам показала информацию. Спасибо вам большое за внимание. Уверена, что вы услышали для себя ценную информацию. Жду следующих ваших запросов. Какая тема у вас там готовится? Следующий вопрос вы можете писать мне в Скайпе, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Я помогу вам разобраться. Мы вместе, вот совместно вашему запросу, подготовим очередной доклад. И при этом, конечно же, это все будет в основном из практики. То есть благодаря тому, что продукция компании Agile уже на рынке 8 лет, уже очень много из практических наработок. И хочу вам сказать, что по поводу вот гормональных сбоев очень важный момент, очень важный, вот внимание сейчас. Никаких гормонов не отменять, когда начинаете принимать продукцию. Через месяц делаете повторно контроль уровня гормонов и смотрите, соответственно, анализом. Через 2 месяца, через 3, если уже 2-3 месяца гормональный фон нормализовался, вот тогда вы уже можете отменять гормоны. И то ваш лечащий врач, он будет видеть, какой уровень гормонов у вас есть, и, соответственно, он сам будет уже снижать гормоны и постепенно отменит, потому что гормоны резко бросать пить нельзя. Вот. Спасибо большое. Всего вам доброго.